Лыжи и коньки, велосипед и футбольный мяч. Зимой и летом первоуральцы стали больше заниматься физкультурой и спортом. Проводить время с пользой для здоровья предпочитают почти треть жителей. У нас произошло увеличение количества доли людей, занимающихся спортом от общего числа жителей. Эта доля составляет на сегодняшний день 28,8%. Это очень хороший показатель. Чтобы привлечь к занятиям спортом еще больше первоуральцев, власти намерены развивать инфраструктуру. К примеру, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Белимбае уже начали. Также ведут разработку документации на строительство крытой ледовой арены на стадионе «Уральский трубник». Все это позволит ежегодно привлекать к занятиям спортом по несколько сотен первоуральцев. Многие из жителей города и поселков уже принимают активное участие в массовых мероприятиях. Первоуральск первым в регионе встал на лыжи в этом году, открыв сезон на базе «Бодрость». В общей сложности за год провели почти 780 спортивных мероприятий. Участие в них приняли более 100 000 жителей.